мужчины громче, Дмитрий. Нет, сейчас еще раз попробуем. Товарищи женщины, дорогие мои, золотые вы наши, в преддверии Международного женского дня, давайте этим мужикам покажем, девчонки! Мужчины, сделаем женщинам подарок, покажем, что мы лучшие, мужчины! По-моему, молодцы, победила дружба. Давайте поаплодируем друг другу, уважаемые друзья. Поднимем руки вверх, обнимем близстоящего, объяснимся в любви. В общем, давайте сегодня будем пребывать в хорошем настроении. Нас сегодня много. Не только в Москве, но, разумеется, в каждом из городов, из сел, из деревень нашей большой матушки России! И буквально через несколько минут закроются последние избирательные участки в Калининградской области. И на этом точка. Мы сможем начинать объявлять первые результаты президентских выборов. Ну, поскольку погода сегодня все-таки достаточно сложная, мы делали все, чтобы не допустить сильного мороза. Но ветер, конечно, делает свое дело. С благой точки зрения, глядя на эти блестящие флаги, а с другой, уважаемые друзья, давайте активно подвигаемся. Сделаем легкую волну, вот такие движения, и все-таки подадим голос для того, чтобы мы все чувствовали себя одной большой семьей, дружной компанией, единомышленников. Москва, Россия! Мы вместе! Вот это потрясающе! Вы знаете, уважаемые друзья, глядя на эти светлые, одухворенные лица, можно действительно чувствовать себя по-настоящему счастливым человеком. И Дмитрий, Москва! Да, что такое? Дмитрий! Я предлагаю начать всем вместе с лучшей информационной программы страны, программы «Время». Страна, внимание на экраны! Внимание на экраны! Осталось несколько минут, пошел обратный отсчет программы «Время». И сейчас в прямом эфире, так же, как и вся страна, все мы вместе смотрим! Лидирует Владимир Путин, он набирает 59,3%. Ура! Зюганов с 18,2% голосов. Сейчас мой коллега Артемий Ярницкий, он находится в Центральной избирательной комиссии, где должны с минуты на минуту быть объявлены первыми результаты. Зюганов около 18% голосов проголосовал за него. На третьем Владимир Жириновский, я буду 0,99%. Владимир Прохоров 7,56. Почему-то послушал все-таки Владимир Чуров, председатель Центра избиркома. Вот протокол Довгас. Так, замечательно, что все совпало с моим днем рождения, поэтому огромное спасибо, что вы пришли попраздновать вместе со мной. И, конечно же, очень важны ваши эмоции, как хороший подарок нам. Ну что, самые лучшие песни только для вас. Первая называется «Я буду помнить». Споем? Отлично! Оставив память лишь букет увядший.
буду помнить только этот голос всегда. Он как лесной ручей будет ласкать сердце мое, когда, укрывшись от дождя под старым стареньким зонтом, останусь с осенью наедине вдвоем. Yeah.